Хочешь знать, как умерла мама? Хочешь знать, как умер папа? Они ушли, когда мне было 7, дедом их не заменить совсем. Они ушли, они ушли, когда мне было 7. Впервые в жизни так колоть иглой, должен умирать пожилой, как святой. Они молодые, родные, мать и отец, и за что мне так тяжело страдать? Думаю, что я привык за столько лет внутри компенсировать это, как в ответ. Их голос мысленно я до сих пор спрашиваю их, веду с ними разговор. И они мне говорят, обратив на меня ласковый взгляд, что хорошо, а что плохо, между глубоких своих вздохов. Thank you.